17 пар стали участниками конкурса от русского радио «Армавир» «Самое романтичное признание в любви». Именно столько влюбленных прислали фото и рассказ о своей лавстори. Из них 5 пар сумели дозвониться в эфир русского радио «Армавир», ответить правильно на вопросы и стать победителями. Юлия Дунина получила подарок от мехового салона «Мода энд Мода» – стильную женскую сумку из натурального меха. Магазин «Мода энд Мода» поздравляет вас с выигрышем, дарит вам подарочек, сумочку. Носите на здоровье. Спасибо большое. Выбор супруги Сергей Дунин оценил по достоинству. Теперь с новой великолепной сумочкой от мехового салона «Мода энд Мода» его спутница станет еще прекрасней. Мы безумно рады. Мы не ожидали, что мы выиграем какой-то приз. Вот. И хотим огромное спасибо сказать спонсорам за проведение русскому радио ТНТ. Огромное спасибо. И магазину «Мода энд Мода». А вот кого ждет романтический ужин на двоих в маленьком Париже, в вип-комнате, расположенной в клубе «Кристалл», так это следующую пару-победительницу. Владимир и Эльза, клуб «Кристалл» поздравляет вас с вашим выигрышем, дарит вам сертификат и будет вас рад видеть в нашем клубе на романтический ужин. Владимир и Эльза Венс смогут в уютной парижской атмосфере отведать великолепные блюда европейской кухни и в очередной раз насладиться общением друг с другом. Для третьей пары Сергея и Анны Овсепьян спонсор пейнтбольный клуб «Арма» подготовил не менее интересный подарок – сертификат на увлекательную игру. Дозвониться в эфир русского радио «Армавир» сумела Анна. Конечно, без поддержки любимого мужа ничего бы не произошло. Когда звонилась, ответила правильно на вопрос, выиграла, была очень рада. Все сотрудники меня поддерживали, милый слушал по радио, тоже поддерживал меня. Очень была довольна, очень рада. Пинбол любим играть, потому что как бы игра спортивная, бег, спорт сейчас как бы надо спортом заниматься. Ну и в ближайшее время хотим как бы все-таки воспользоваться своим шансом и пригласить друзей и сыграть в пинбол. За своим подарком наша следующая победительница Оксана Жукова пришла одна. Салон-магазин «Магия белья» вручил девушке сертификат на сумму 3000 рублей на покупку роскошного женского белья. Теперь среди всего разнообразия купальников, корсетов, бюстгальтеров и других вещей, представленных в салоне-магазине «Магия белья», Оксана может выбрать себе прекрасный подарок и заодно сделать сюрприз мужу. А вот подарок от генерального спонсора конкурса «Самое романтичное признание в любви» магазина видеонаблюдения «Гелиос» достался паре под номером 11. Борису и Надежде Клементьевым. Началось все с ЗАГСа. Собственно, там обычно все и начинается. Букет цветов супругам Клементьевым, которые находились в зале торжественных регистраций, вручили прямо с подъемного крана. На этом сюрпризы для самой романтичной пары не закончились. На ретроавтомобиле супружеская чета отправилась в магазин видеонаблюдения «Гелиос», где им должны были вручить главный приз. Символично, что семья Клементьевых была создана 55 лет назад, именно 13 февраля, то есть накануне Дня всех влюбленных. Мы поздравляем вас с то, что вы выиграли конкурс, что вы молодцы, такую жизненную активную позицию имеете, играете в такие, скажем, конкурсы. Поэтому наша компания дарит вам сертификат на установку домофона и видеокамеры. Блеск в глазах, счастливые улыбки на лицах Бориса и Надежды Клементьевых. Их любовь помогла им стать победителями конкурса. Все было, конечно, очень неожиданно, все было очень приятно. Очень-очень-очень мы благодарны. Прекрасно, когда любовь вдохновляет, помогает жить и выигрывать подарки. А русское радио «Армавир» готово поддержать в этом любящие сердца. Дарья Топчева, Александр Пензев, служба новостей «Армавира».